Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники и Олуха. Ну что, забираем с тобой древесину. Ну и давай посмотрим, что у нас тут есть. А есть у нас события. Хранители против хитрых. Ну что, давай, наверное, сразу же глянем, сколько здесь. О, так оно коротенькое. Слушай, я предлагаю его сразу же пробежать. Так, у нас будет там пак интересный. Хм. Надо будет посмотреть, что из него нам выпадет. Так, ну что, я так понимаю, две волны у нас будет здесь. Поехали. Ага, вот так вот ты, значит, делаешь. Два тройных удара, прикинь. Так, остался один. Он кислотник. Он даже не попал. Так, ответочка и добивка. А на второй волне опять два тройных удара. Только они, как бы тебе сказать, они тройные удары, но они все равно разные все. Они как бы родственники там по классу, можно так сказать. Но по своей, как сказать, специфике, да, по своим атакам, они абсолютно разные. Так, что он там будет делать? Ну, понятно. До свидания. Так, ребята, крутим рулетку и забираем рыбу. 52 миллиона. Так, здесь у нас загадочный пак. А высшая награда, я так понимаю, 100 рун. Ну, так как событие не особо сложное и короткое. Поэтому, так уж и быть, соглашусь на 100 рун. Что там у нас за, я не пойму, там... А, это же пак плеваки, друзья. Ну что в паке плеваки может быть? Естественно, кроме ресурсов, по-моему, там ничего хорошего больше и не лежит. Дракона там какого-нибудь новенького мы вряд ли сможем найти. Да, в основном ресурсы. Так, а вот этот вот прохиндей очень, ребята, опасный. Поэтому его надо в первую очередь уничтожать. Этого несчастного огнеплюя. Так, ну теперь давай займемся уже тройным ударом. Хильнемся. Хотя можно было и не лечиться, у нас здоровье, в принципе, было нормально. Вторая волна, и здесь... душитель, значит, с сородичем шепота смерти. Ну, этот проказник, конечно, да, начнет сейчас. Ну, слушай, нам, в принципе, ничего не страшно, так как у нас последняя волна. Сейчас мы вот так вот сделаем. Так, он на кривоклыка нападает, а? Мелкий и борзый. До свидания. Так, ребят, крутим колесо. Получаем 187 миллионов рыбы. Кстати, она скоро будет у нас по фулке забита. И ареновский пак содержит элитных. Прям сразу же, по-моему, он и открывается у нас. Так, лаварык, шипорец, шепот смерти, вострозуб. Оу, барс и вепрь, ребят, две карточки. Нам нужно еще один. Еще одну карточку, и все. И барсик у нас получит левелап. Шикарно, конечно, было бы. Так, что у нас здесь? Ужасное чудовище, плюс опять же тройной удар. Я понял. Я прекрасно понял. Давай сделаем так. Ага. В минус. В труху, так сказать, моего. Ну, в принципе, этого тоже сейчас. Опа. А вот это, кстати, опасно. Смотри, сколько здоровья. Плюс у нас пониженная броня. Нет, она вот здесь вот закончилась. Но все. Все равно, ребята, очень опасно. Давай хиляться. Нормально. Ты посмотри, что творит. Ты посмотри, они все на него нападают. Кроме вот этого, конечно. Минус один. Наверное, сделаю вот так вот. Сейчас мы... Так и хочет добить, а? Отлично. Так, хиляемся. Замечательно. Значит, мы еще поживем маленечко. О, с такими темпами даже выиграем. Ну что, друзья... Колесо, забираем рыбу. Теперь у нас фул.
Рыбка накоплена. И забираем пак плеваки. И у нас будет сейчас мини-босс. Мини-босс, а потом босяцкий. А то событие, да, друзья, я так и не успел пройти. Я буквально пришел с работы, и оно перед моим приходом закончилось. Ну, я считаю, что тратить сколько там, офигеть, рун ради какой-то вшивенькой награды, именно блестящего янтаря, оно того не стоило. Даже ради принципа не стал проходить. Тратить там, не знаю, около 200 рун для чего? Ради блестяшки какой-то. Так, тихо, тихо, тут две волны. Ну ты смотри, что творит, а? Уничтожаем. Блин, у нас хила не будет. Промахнулся. Давай, наверное, вот этого все-таки попробуем шваркнуть. Надеюсь. Ну, кривоклык, скорее всего, все, ребят. Фиаско его ждет. Угу. Ответка. Как говорится, незамедлительно идет. Ну, что ты там пыхтишь? Пыхтит он мне. Давай сделаем так и добиваем. Вторая волна. Твою налево, я без кривоклыка, да? А я без кривоклыка на второй волне. Ладно, есть у меня идейка, друзья. Сейчас будем... Главное, чтобы выжить. Давай сделаю так вот. Раз, два. Пробить сможешь? Да. Ё-моё. Кто из них самый пакостный? Наверное, он тот. Я вот так вот сделаю на всякий случай. Мне главное не давать им, чтобы они накопили, ребят, 4 энергии. Иначе это будет все, крах. Если он сделает свой суперудар. Окей. Так, он остался один, поехали, раз, два. И нам еще главное уничтожить его, успеть. До ничьей. Эй, тихо, тихо, парень. Хорош буянить. Повезло. Ну что, друзья, колесо очередное у нас, и выпадает нам 262 миллиона рыбы. Но рыба у нас фул, так что это все идет на склад. И, друзья мои, последний, заключительный поединок, это будет босяцкий. Надеюсь, две волны. Да, две волны. И смотри, блин, тут трое их. Слушай, наверное, я начну с душителя все-таки, в первую очередь. Но эта заморозка тоже еще та пакость. Давай так сделаем. Кого-нибудь, Барсика, да? Нет, кривоклыка. Они начали томить кривоклыка мне. Ладно, ничего страшного. Погнали сюда. Барсика бомбят. И захиливаемся. Блин, он меня... Это сейчас добьет, да? Здесь, наверное, придется все-таки использовать... Вот так, ребят. Барсик, давай, живи. Ты нам еще нужен. До свидания. Так, ужасное чудовище. Ага. И два тройных удара. Но ужасное чудовище, мне кажется, будет здесь поопаснее. Ну, как по мне лично. О, видишь, что вытворяет. Так, Барсик, ну что? Добивай тогда этого охламона. Немножко неправильно я сделал. Надо было Барсиком бобить кого-нибудь другого, а потом уже через отхил мы его уничтожили. Да, я тут, конечно, тупанул. Сделаем так. Плюс атака и хил. Но и остается у нас босяцкий. Я не знаю, что он, ребята. Нифига ты шпаришь.
Парень, ты там ничего не попутал, а? Случаем? Влупил на пол хп. Че, лечимся? Да, слушай, он бомбит-то здоровски. Довольно сильная у него атака. Но мне кажется, все равно ему тут не жить. Барсик, добьешь? Да какой там он добьет? Вот кто добьет. Мы с вами древесину. И 100 рун. Давай, 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 забирай. Не стесняйся. Вот так. Ну, что у нас тут беззубик принесет? 60 миллионов рыбы. Продолжаем сражение. Так, пускай летит. У тебя-то есть что-нибудь хорошее для меня? Возьму вот это вот и вот это. Дальше. Так, за рыбой. А эти почему у меня стоят просто? Просто прохлаждаются, ребят. Видишь? Бездействуют. Грамгильда дает нам яйцо. Водореза, да, по-моему, если не ошибаюсь. Так, лети позади. Кривоклык. У реки. Так, домой. Лети. Барсик, у тебя-то что? Шестеренки? Ну, понятно. Шестереночки. Так, дом рыбья нога. Естественно, бесплатно. И смотрим дальше. Так, здесь древесина. Рыба у нас по фулке. Кто-то мне сказал, что буйволорд много приносит железа, но он пока, ребята, мало. Или вы мне про рыбу говорили? Рыбу он, кстати, тоже не очень много приносит. Так, забираем здесь. Надо куда-то нам рыбу потратить. А что мы думаем, куда ее потратить? Вот, например. Так, а он древесину. Секунду. Куда бы мне... Ну, давай здесь сольем. Хвостояр. Так, пускай летит за рыбой. А вот этот уже полетит у нас в плане. Блин. То это, то не хватает. Он тоже за рыбу, да, у нас трудится. Трудяги. Рыбные трудяги. А эти у нас полетели за древесиной. А тут что-нибудь есть у нас? Какие-нибудь? Ну, понятно, что... Оу, я думал, тусклый янтарь выпадет, если честно. Оставайся. А тут видишь как? Ну давай показывай, что ты там. Чешуйка плюс тусклый янтарь. А опять же, пускай идет на поиски. Так, мы своими мухомурами здесь. Давай, иди отсюда. 630. Блин, ну где же мне... То этой рыбы дофига, то ее не хватает. Так всегда. От раза к разу у нас так получается. Но нет у меня больше рыбы. Нету. Иди обучайся. Ну, я тогда буду прокачивать ему уровень. Тыкви Брона тоже надо будет прокачать. Что у нас тут? На рынок. Выбрать. Последний шанс выбрать. Конечно, выберешь ты его. Держи карман шире, да? Сейчас награды здесь соберу все. Так, у нас еженеделька. А, и также еще есть события. Ух ты. Нормально 200.
Итак, 30 рун и 500 цветков Фрей. 500 цветков Фрей, это значит, что мы можем взять сезонный рынок. Вот так вот. Да, я хочу купить набор. Опа, нам какое-то изваяние. А, ветроход. А ветроход у меня, по-моему, есть. Да, ветроход у меня есть. Поэтому в ангар его срочно. Так, здесь я забираю рыбу. Здесь же я забираю монеты. И сам загадочный набор. Крылатый ужас, древоруб, громобой и ресурсики. Так, а вот и набор сокровищ плеваки. Ну, как я и говорил, тут только лишь, друзья, ресурсы. Так, опять сезонный абонемент. И еще одну награду мы забираем. А там, по-моему, янтарь, да? Да, блестящий янтарь. Одна штука. Как-то так. Давай-ка пак заберем бесплатный здесь. Такая сегодня лайтовая серия получилась, ребята. Коротенькая, но зато прошли события. Теперь бы мне... Слушай, мы же за древесину можем отправлять... А, где он тут? Да подожди. Подожди. Да подожди, ты говорю. Нет, он за рыбу. А кто же у меня за... Вот это, по-моему, за древесину, да? Да. Полетел. А ты у меня за рыбу. Но рыбы, к сожалению, у меня нету, чтобы его отправить. Ладно. Так, заберем, наверное, последний пак здесь. В следующей серии надо будет, ребят, набивать. Громобой защитник. И тут янтарь. Две штуки блестящего янтаря. На обменку есть один янтарь. И еще 20 баллов забираем. Найти любовное письмо. Где оно там? Вон оно лежит на мостике. Так, ну что, друзья, коротенькая, но продуктивная серия. Так что мы будем... Будем что? Будем закругляться. Отправляем его. Пока есть кого отправлять, будем отправлять тренироваться. Лети. Ага, лети, не хватает. Так что увидимся в новых видосиках. Удачи вам.